Президент Алан Гаглоев посетил расположение погрануправления ФСБ России в Южной Осетии, где прошло торжественное мероприятие, посвященное 15-й годовщине со дня образования. С поздравительной речью к сотрудникам обратился начальник погрануправления ФСБ России в Южной Осетии Владимир Щемелинин. С первых дней сотрудники пограничного управления выполняют задачи по обеспечению пограничной безопасности Республики Южная Осетия на границе с Грузией. При этом свои дети осуществляют не только функции по охране рубежей республики, но также являются гарантом мира, добра, спокойствия на осетинской земле, являясь надежным щитом, который стоит на пути террористической и экстремистской угрозы, различных провокаций на государственной границе. Граждане республики могут спокойно и в безопасной обстановке трудиться, работать, ведь высокий профессионализм и истинное мужество, присущее воинам зеленых фуражки, обеспечивают их мирную жизнь. Ежедневно выставляется на охрану государственной границы Республики Южная Осетия около 360 пограничных нарядов. От слаженных эффективных действий пограничников двух государств зависит стабильность и дальнейшее мирное развитие республики. Алан Гаглоев со своей стороны назвал погрануправление ФСБ России в Южной Осетии гарантом мира, безопасности и стабильности республики. Пограничное управление Федеральной службы безопасности России в Республике Южная Осетия является гарантом мира, безопасности и стабильности нашей республики. Воины-пограничники надежно стоят на страже мира и государственной границы Республики Южная Осетия, обеспечивают безопасность граждан, отстаивают наши национальные интересы. Глава государства выразил уверенность, что благодаря высокому профессионализму российских пограничников государственная граница Южной Осетии и спокойная жизнь сограждан будут и впредь надежно защищены. Благодаря тесному взаимодействию югоостинских и российских пограничников поставлен надежный заслон на пути преступности, правонарушений и противоправных действий в приграничных районах. Вы бережно храните славные традиции воинов-пограничников. Ваш героизм и сила духа будут служить высоким нравственным ориентиром для последующих поколений. Уверен, что благодаря вашему высокому профессионализму и самоотверженности государственная граница Республики Южная Осетия и спокойная жизнь наших сограждан будут и впредь надежно защищены. В завершение Алан Гаглоев вручил государственные награды отличившимся сотрудникам погрануправления ФСБ России в Южной Осетии. Зарня Кочиева, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня.